Всем огромный привет из Красноярска, футбол-арена Енисей. И вот такой вот страшный штормовой ветер сегодня в столице Сибири. Погода не самая футбольная, но хорошо, что есть манеж. Футбол-арена Енисей. Ну а сейчас уже удар, штаммы, что ни на есть. Настоящий нас ждет Александр Ломакин, Егор Иванов. Два лидера, две современные легенды Енисея, да, можно и так сказать. Начинают этот матч, вот примерно как сейчас, да, только это было у штрафной Енисея. Ну и Окоронка тогда забил. Сейчас Окладников рвется по флангу, а Ломакин штрафной. А мяч в итоге Глушков получает, и если бы в касание пробить, а бьет в итоге Иванов опасно. Рядом со штангой Егор Иванов, забивший в прошлом туре ворота Шинника. Классный удар низом получился. Здесь бил, ну, наверняка. Да, второй матч подряд Валерий в этой зоне проводит. Так, Окоронка цепляется за мяч. Опасный момент. В дальний угол стреляет нигериец. Рядом. Ну вот. Вот это шанс. Вот это шанс еще даже для Джонатана. Ну как, он технично, элегантно мяч-то принял. Смотрим, вот этот заброс со штрафного. Убежал за спину центральным защитником. И очень здорово мяч подработал. Здесь не докрутил. Да, напоминаю, что в Телеграме у нас все самое лучшее. МЛБ первой лиги мог сейчас там оказаться. Хайлайт тогда в этом канале. Удар Александра Ломакина, но не докрутил немножко. Стежком мяч в итоге отскакивает во фланг. Низом передача. И какой шанс у Владимира Хозина. Снова пушечный удар, да, только теперь расстояние гораздо ближе до ворот, чем обычно мы привыкли видеть, как мы видели в Жигулевске. И очень опасно. Снова рядом со штангами Афигида. Снова без шансов для Кокарева. Вспоминаем удар Иванова в начале. Сейчас тоже. Большаков, мы знаем, бьет все-таки больше такие дальние штрафные. Да, здесь Ткачеву, наверное. Ну, посмотрим. Давайте следить за этим эпизодом. Все-таки Большаков бьет опасно, но чуть выше. Ну да, поставь мяч на несколько метров дальше. Да, таким ударом Большаков бы шансов все-таки ворот не оставил. Да, вот тут все-таки как раз слишком близко. Кичин выиграл борьбу у Ткачева. Глушков, и опять Глушков ошибся на своей половине. Иванов вынужден эту ошибку исправлять. А Окоронка штрафной в дальней катит. Антипин и Бардыбакин. Такое вот решение тоже выбивает мяч через всю штрафную. А если бы киксанул, да, и опять мог мяч подарить Вячеслав сопернику. Здесь проще было бы выбить все-таки в ближнюю бровку. Назаров вместо Ткачева, вероятно, Марков. Окоронку. Стоит ли менять? Только по медицинским показаниям. Покажем Макаров. Атаки! Какой голешник от Анатолия Макарова. 68-я минута. 0-1. Выходит тульская команда вперед. Анатолий Макаров. Второй свой гол в этой сезоне забивает. Ну и аккурат перед заменой Александра Старожука. Может быть, эти замены и придется немножко отложить. И да. Здорово разобрались. Все с аута началось. Сразу несколько игроков под угрозой дисквалификации. Так, что здесь? Ошибка, привоз и пенальти. По-моему, мы это уже где-то видели. По-моему, мы это видели. Привоз Евгения Ставера, пенальти, который, по-моему, в игре с ленинградцем привезли сами себе красноярцы. Вот на этом же отрезке матча здесь уже Владимир Хозин. На него налетает Окоронка, и Хозин фолит. Еще и желтую карточку получает. Итак, набегается Джонатан, бьет под перекладину, забивает. 0-2. 74-я минута игры, 12-й мяч Джонатана Окоронкова. Да, вот такое празднование, да, здесь, ну, Ранель Зияков, естественно, должен эту канале немножко остановить. Но, да, такое единение, да. Может быть, на поле и появится в концовке вместо Бардыбакина. Пока Немченко бьет поворотом, вот створ наконец-то Енисей попал. Анатолий Немченко пробил поворотом. Никита Кокарев в игре. Да что, неужели первый удар створ официально у Енисея? И чуть ли не первый угловой на самом деле. Включение Глушкова без удара поворота. Опасным его не назовешь. Ну и все. Звучит финальный свисток Ранеля Зиякова. И Арсенал. Арсенал обыгрывает Енисей. Матч 19-го тура МЛБ первой лиги. Эмоции Никиты Кокарева, который проводит очередной сухой матч в этом сезоне. 8-й лично для него, 10-й для команды. А сегодня для вас вместо событий работал комментатор Антон Сазонтов. Всего доброго и до новых встреч на футболе.